Привет всем, вы на канале Просто Детки. И у нас сегодня на летсплее Angry Birds Stella. Старенькая игрушка про Angry Birds, ее уже разработчики давно не поддерживают, как бы, и даже в Play Market ее не найдете. Но как бы я скачал ее, в интернете полно, где ее можно найти. И с удовольствием, по вашим просьбам, делаю небольшой на ней летсплей. Здесь не так много уровней, по-моему, 120 или сколько-то писали. Так что, я думаю, можно ее пройти очень и очень быстро при желании. Так, смотрим Стелла с фотоаппаратом. Потеряла карту. Она что, куда-то в путешествие отправляется? Ух ты, а там свины летят. Ничего себе, я эту историю не видел. О, какая-то свинская королева или что это? Получается, нужна ей карта. Скинули свинью. Называется, подсунули Стелле свинью, да? В прямом смысле слова. Ого! Вот это задумка. Короче, рассердили девочку. Я вот со Стеллой вообще познакомился только в Angry Birds 2. Не так давно. Вот даже не знал, что есть игра Angry Birds Stella. Ну, как бы знал в последнее время, но не играл. Вот теперь буду исправляться. Итак, мы начинаем, получается, прямо из ее дома, да? Ого. Это первый уровень. Так, светлячки. Для чего нам светлячки? Это типа путь указывается, куда нам лучше направляться, да? А нет, получается, светлячки, это мы получим, может, больше очков. Мэмс. Посмотрим-ка. 10 тысяч, то есть вот максимум. И по-любому 3 звездочки, да? Ну, отлично. А, получается, вот вверху звезды. Так красиво сделано. И, может быть, там какие-то призы будут за них. Разберемся. Это вот первый уровень, а уровни идут вот как-то так тоже красиво. А общая карта... А, это общая карта. А, и получается, вот мы будем по ней как бы идти, вот туда дальше, дальше, дальше. Может, к вулкану куда-нибудь. А, думаю, скоро узнаю. Ну, просто пока... Я, честно, удивлен, почему я раньше ее как-то так не замечал и не видел. Получается, светлячки, это как бы, наверное, очки, я не знаю, может... Или это подсказки, или что это вообще? Нам вот показывают, типа, как лучше... Так, стрельнуть, наверное, да, чтобы все получилось, я не знаю. А, теперь вот нажимаю. Коснись и удерживай. Ого, вот оно что. У нее здесь суперспособность совсем отличается, как вот в Angry Birds 2. Но дело в том, что я этого... А, у меня несколько вариантов, да? А я же думаю, как это, если я ее так вот... И уже использовал ее. Дальше... Ну, не смогу. Второго свина забить. Вот теперь смог. Хм. А сколько всего их? Где указывается? Надо посмотреть внимательно. Пока все такое новое, я не до конца понимаю, что происходит. Не, я понимаю, что я бью свиней и все. Ладно, идем к третьему уровню. Даже без выхода в меню. Ох, так просто красиво. Все говорили, что здесь очень красивая графика. Вот на то время, когда ее выпустили, я не знаю, когда ее выпустили, но в 2015 году ее даже прекратили поддерживать, значит, выпустили намного раньше. Получается, может... Не, так я врежусь, то есть нужно не так сильно как бы заряжаться. А, вот, типа, видите, она отскакивать может. Это вообще шикарно. Вот. Обалдеть. Слушайте, ну она прям супергерой какой-то получается. Я реально в шоке от того, какая она крутая. Вот буквально сегодня с утра прочитал комментарии с просьбой записать эту игру. Давно, в принципе, уже многие просили, как бы, но как-то это забывалось все. А вот сегодня прочитал, думаю, возьму и сделаю. Посмотрел, как бы все. Благодарность тому человеку,
уже не помню, кто это написал. В общем, кто это сделал. Так что ни разу не жалею. Так, а там вот светлячки... Это типа... Подсказка, как куда лучше... Вот так вот, да? Опа! Это вот одна... Стелла. Но у нас есть еще вторая Стелла, да? Знать бы, сколько их всего есть. Так, и... Ну вот. Естественно... Может вот так вообще подбить, чтобы больше очков было. Ну, я думаю, там без разницы. Она такая злая на них, что ей там... Что бетон крушить, что стены, что там свиней. Я думаю, все одинаково. А, видите, а снизу я вот этих вот светлячков не взял. Может, с меня за это очки снимут? Нет, не сняли пока. А, ну там, видите, дальше можно получить монетки. А для чего здесь монетки, я пока не знаю, если честно. Ну, надеюсь, скоро узнаю. Так. Светлячки, нужно их все собирать. Может, потом там будет какой-то рейтинг в конце. А вот там у нас батут, типа, вот так это... Какой-то натянут. Непонятно. Так, нужно начинать свой отскок вот именно здесь светлячки, да, вот так вот. Опа. Оп, оп. А почему я... А, книгу какую-то взял. А двоих светлячков я все-таки пропустил. Вот как-то так. Ха-ха. Что за книга? Какой-то альманах. А, стоп, а что не так? А, прошел. А то, что там такая долгая задержка. Пока там считали, сколько я очков получу, да? 66 монет. Почему ни одна, ни две, ни три? Именно 66. Уровень 5 пройден. Стелла уже довольная. Так, и новое достижение. Что здесь у нас? А, это типа картинки, наверное. А, вот, видите, у нас может быть... А у нас что, еще другие птицы откроются? Серьезно? Получается... Гейл. Как Brawl Stars. Далее. Виллоу. Лука. Поппи. Короче, прикольно. А вот свиньи, да? Так, подождите. А это ж... Ну, Гейл, это получается... Это ж не свинья, это птичка. Просто она командовала свиньями, когда карту воровала. Короче, интересно все. Слушайте, я реально от этой игры просто в восторге. Почему ее разработчики перестали поддерживать? Ну, наверное, просто... Сюжет, может, исчерпал себя. О, там вот какие-то... А, все, вижу, вот видите? У нас три стелы вот там внизу. Вот теперь видно на дереве. То есть нам нужно как-то... Ух ты, интересно. Оп. Хорошо, что тут время задержки есть, видите? То есть можно спокойно направить, как бы не нужно там никаких движений. Таких вот... Непонятных. Вот как в Angry Birds 2, там вот нет такой вот паузы. То есть, когда ты нажимаешь на этот, ну, на какую-то ульту, она сразу действует. Нет возможности выбрать там вот, прицелиться. А здесь вот, видите, все прекрасно. Ну, я так понимаю, что Angry Birds 2 это уже делали... шаблону, может, этой игры, я не знаю. Если честно, если она старенькая. Просто графика здесь намного круче, по-моему, даже чем сейчас в Angry Birds. А, так, уже их четверо, ничего себе. Что нам тут нужно сделать? Там кегли. Нужно толкнуть вот этот шар для боулинга, да? От него отскочить по тем двоим свиньям слева. И чтоб шар еще кегли сбил справа. Интересно. Вообще шикарно. Задумка, а ну-ка. Оп. Смотрите, вот так, да? То есть мы толкаем шар. Он летит туда. Мы сбиваем этих свиней. Ну, по-моему, идеально. Пока вообще просто идеально все. Не знаю, насчет очков. 27 800. Мало очков. А, нам же еще за птичек накидывают. Думаю, почему 3 звезды? Нам же накидывают еще за птичек. А, две, а почему две? Так, а что от нас хотят? Нужно переиграть, слушайте, я не хочу две. А, на три нужно что? 58 тысяч? Получается, нужно все сбить здесь, чтобы получить три звезды, да? А ну-ка. Может,
Может, нужно как-то повыше чуть-чуть оттолкнуть, чтобы он ниже полетел? Нет, он сильно высоко полетел. А, монетка какая-то. Я взял монетку даже. 23, 29. Ну, по идее, должно быть вот 58. Вот сейчас 29, 700. 70. И плюс 30 тысяч за троих оставшихся птиц. Вот, теперь 3. А разве в прошлый раз меньше было? В общем, не знаю. Главное, что получил. Теперь довольно как слон, иду дальше. Так, а глянуть, что там на карте творится вообще. Поменялось что-то. Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, видите, свиньи так и остались висеть. Это просто карта, это шаблон. Так, еще... Типа 4 уровня, и мы пойдем куда-то дальше, да, по карте. Ладно, разберемся. Ой-ой-ой, тут что-то новенькое. Интересное такое. Какие-то, блин, магические шишки, что ли. Интересно. Подсказки будут, что с ними делать? Я пока не представляю. Если честно. Ага, видите, не получится так. Ого, как подкинуло. Да уж, тут будет непросто. А ну-ка. Не-не-не-не-не-не, такой кричит, типа, не меня, не меня. Может, как-то так попробовать? О, отлично, смотрите. Вторая птичка, я их всех добил, да? Супер. Так, у меня уже хватает очков, вот, чтобы получить все звезды, да? А, это для следующего, 8700. А у меня одна птичка осталась, как раз вот 10 тысяч накинули, наверное. Нет. Нет. То есть, что здесь нужно, все одна птица сделать? Это ж нереально. 52 тысячи нужно. Уф, как-то... Непонятно. Вот еще раз. А, вот веревка, нет, ничего здесь не рвется. А интересно, когда она соприкоснулась, ей еще можно как-то потом подбиться, я не знаю. 25 тысяч, мало очков у меня. А, ну вот за вот эти вот шишки, короче, какие-то тоже очки накидывают, да? Интересно получается. Но вот не хватает, видите, мне 7880 для третьей звезды. Хм, как же быть? Нет, я хочу ее получить. Пробовать, в общем. Может, кстати, вообще вот так подбить? Снизу. Чтобы полетели ящики вот туда, вверх. И смотрите. И смотрите. Опа, вот, получились, получилось. Все свинтусы умерли, но не хватит мне 400 очков, да? Смотрите, 20... Не хватает 400 очков. То есть, одна шишка не лопнула, поэтому не хватило. То есть, нужна просто удача. Так, вот они лопают, падают. Ну, а теперь... Вот, теперь хватает, смотрите, теперь хватает. Отлично. Вот как нужно было. 18 тысяч плюс 2 стелы. По 10 тысяч, вот как раз 3 звезды. Все-таки вымучила я в этом уровне 3 звезды. Ну, буду стараться на всех получать 3. Это значит, как бы неинтересно. Так, 9 уровень, идем дальше. Ух ты, вон эти шишки. Там еще какие-то желтые появились сбоку. А, получается, смотрите. То есть за звезды нам дают больше птичек. То есть вот сейчас у меня уже 17 звезд, поэтому мне открыли еще, ну, птичек. То есть теперь их уже 4. А если бы у меня, допустим, было звезд, там я по одной проходил, там 8, у меня было только 2 птичек. Так, а как у тебя желтые? Они тоже как-то взрываются? Ну, пока, в общем, я не использую их, я не пойму. Честно. Ага. Непонятно немного. Зачем они мне были нужны? Так, тихо, отскок, вот сюда. Ого,
Отлично, по-моему. Нет, не отлично. У меня остались две птички. А нужно все одно сделать. А зачем тогда вообще были сверху те фрукты, я не пойму. Да, видите, не хватает опять одной птички для того, чтобы получить 3 звезды. То есть вообще здесь нереально получать 3 звезды, если ты используешь больше, чем одну птичку. И новая карточка. Ух ты, прикольно. Потом на нее посмотрим. Давайте сначала пройдем еще раз. Я вот не пойму, зачем те фрукты сверху. Вот хоть убей, не пойму. Если здесь можно вот так аккуратно сделать, смотрите. А, вот, я в них попал. За них дали 6000 очков. Видели, как классно отскочило? Вообще идеально просто. Ха, со второго попытки вот потихоньку начинаю въезжать, что к чему. И все получается. Обалдеть. Класс. Вот. Так, давайте глянем карточку, новую фотографию. А следующая уже со Стеллой откроется на 70 звезд. Это там 20 какой-то уровень, да? Ну а дальше будут открываться 40 уже другие птички. Так, ладно, пока еще у нас 10 уровень по плану. Пока все идет по плану. Ого, колесо там такое. Интересное, как быть здесь? Ой-ой-ой. А смотрите, у меня пока здесь только... А нет, одна звезда... Да, все, 4 Стеллы. Просто я не пойму. А, кажись, пойму. Смотрите, нужно толкнуть вот то колесо так, чтобы оно полетело... А, вверх, ну это вот штука. А я нижнюю подбил, да? Ну нет, получается мало очков, потому что я сверху не попал вот в ту горячую эту бомбу, и очки сверху не взялись. То есть 6000 мне опять не хватает. Должно быть все идеально, чтобы получить 3 звездочки, ну в принципе это правильно. Нет, не пройден. 87 тысяч очков, как это? Так, получается нужно... Может под каким-то другим углом, смотрите. Сюда лететь. Вот типа вот так. О, вот, видели, сверху там все подкинулось. Все подкинулось, все в очки переплавилось. И вот теперь мне хватает очков. Отлично. Супер. Ну, это хорошо, что вот со второй попытки опять получилось третью звезду взять. Я уже заранее это все видел. И получил опять монетки. Для чего они, я не пойму, если честно. Может, в будущем нам можно будет что-нибудь покупать. Так, ну что ж, друзья. Я думаю, на этом наш обзор сегодняшний стоит завершить. 10 уровней пройдено. 11 здесь как-то вот по плану совсем не вписывается. Я думаю, после 11 будет что-то интересное, как бы. А может, как-то вот на карте что-то откроется. Но это будет очень скоро, уже в следующем нашем выпуске. Я уверен, что он будет прям очень-очень-очень скоро. Возможно, там день-два, кажется, может, три. Так что, если вам понравилась эта игра тоже, ну, ссылочку я ставить не могу, потому что ее нет в официальных этих всех службах скачивания. Ищите ее самостоятельно. Но то, что обещаю, это что будет скоро продолжение. Так что поставьте палец вверх, если вам понравилось. Ну, и дождитесь следующую серию. Пока-пока.